Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, сегодня у нас воскресенье, завтра, ребят, понедельник. И, как вы понимаете, до Лиги Мастеров 3 звезды я не успеваю просто добраться. На то были свои причины, работа, ну и остальное. Поэтому, ребят, так вот получилось. Как получилось, так получилось. Ну, ничего страшного, мы и так очень-очень... Как говорится, долго не позволяли себе такой роскоши, так сказать, расслабиться. Но в этот раз вот карта легла так. Но хотелось бы мне хотя бы добраться до Лиги Мастеров одна звезда. Вот. Такие как бы у меня планы. И я думаю, в принципе, реально их воплотить. Но вот завтра я не уверен, что мы с тобой сохраним эти позиции, так как... Опять же, работы. И меня могут сбросить. Ну-ка, давай попробуем так сделать. Ну, зачем в грипп-то, ядрен матрен? Ну, грипп не заслуживает такого, извините меня, внимания от меня. Пыч. Да ладно. Да ладно, хана еще не бомбанули. Ну, ну что это? Ну, ну что ты, а? Промахнулась. На. Донни, ушатывай хана. Молодец. И все. Здесь все у нас получилось. Мы двигаемся дальше. Собрать. Забрать тут награды. И переходим сразу же на... На поиски. На поиски для Пиццелицева. Мы его прокачиваем все-таки. И нам нужно найти два... Ножа для пиццы. Один есть. А второго пока еще нету. А вот и второй нож. Так, ну что, два ножа для пиццы. Плюс 14 теперь стаканов. 14 кружек. Так, 2. 3. 4. 5. Шесть. Ну, последнюю найдем. 7. И на этом будем с кружками завязывать. Ну. Да где крухан-то, эй? Вот он. Все, пока хорош. 7 кружек мы уже найдем в следующей серии. И поднять уровень персонажа. Но это будет после того, как мы с тобой... После того, как мы с тобой что? Сделаем правильно. Пройдем арену. Ну а сейчас пока начнем фармить наши жетоны. У нас пока 200 жетонов. Нужно 710. Ясен перец, мы с тобой сейчас максимум, может быть, 350-400 жетонов получим. 275, 289, 200, 300. 319, 334, 349, 364. Так, ну что, 400 уже есть, уже 424. Сколько там пиццы-то у нас? Все, сыр кончился, ребят. Ну что, 470. Я считаю, что неплохо. И теперь уже мы идем на турнирную арену. Лига Сёгунов, 2 звезды, как ты видишь. Давай, наверное, возьмем, ну, вот эту команду. Уровень у противников 60-й, 59-й. Я думаю, что Маузера здесь будет одного достаточно, чтобы просто в хлам их разнести. Я думаю, что более чем достаточно, так что поехали. О чем я и говорил. Более чем достаточно. Ну что же, давай смотреть дальше. Так, ну все, 3 звезды мы попадем. И в Лигу Мастеров мы сегодня точно попадем. Видишь, неделя у нас началась. Я в игру вошел уже когда начал играть? В среду.
первая серия была в среду, ребята, сделана. А прикинь, до среды. То есть буст у нас профукался. И со среды, когда мы начали играть, то есть очень много потерял времени. То есть не нагнать, инициативы, как говорится, нету. И причем у нас еще очень почему-то долго и медленно шел именно прогресс по прокачке. Я не знаю, с чем это было связано, но вот ни в какую у нас не получилось вырваться. Мы вырывались вроде бы вперед, нас потом так быстро же и скидывали. С чем это связано, без понятия. Ну, что у нас тут? 15-20. Не, давай 16-21. Вот, спасибо. Я возьму здесь Донателло и, пожалуй-ка, Джастина. Офигенная команда. Донателло и Джастин. Просто обхохочешься. Просто, ребята, обхохочешься с ними тут. Ну, этот упал. Роквелл. Сразу же сплюхана. Давай, Джастин, добивай. Эть. Опять. Опять же он не смог пробить этого Бибопа, да? Обязательно я вам говорил, что какой-нибудь один персонаж, да, все-таки остается у нас. Ну, вот, Лига Сегунов 3 звезды, ребят. До Лиги Мастеров, да, сегодня топим. Хоть какую-то награду, чтобы получить нам. Так, я Бакстера Стокмана возьму. Одного. Раз, два, три, четыре. Ну, как обычно, надеюсь на его волну смертельную. Карайка. Карайка, естественно, первая ходит. Выпендрилась. Давай вот так вот. Хм. Морозильная кошка не погибла. Как ни странно. Все, здесь вырулим. Вырулили мы ситуацию. Так, смотрите, сколько мы продвигаемся. 10 ступенек. И вот, как говорится, на последних денечках. Так, подожди, что-то слабо нам как бы. На последних вот этих вот денечках, ребята, очень медленно идет прогресс. Я уже неоднократно объяснял, с чем это связано. С тем, что уже все заняли свои ниши, как бы ячейки, да? И они там плотно сидят. Это вот как и я, все равно, что сейчас вот зайду в Лигу Мастеров 3 звезды, в топчик, и буду там сидеть. И очень тяжело пробиться будет ко мне, очень тяжело. Так же и вот сейчас кто-то будет там сидеть в топчике. И вообще, топовое место, это не означает, что вот ты там залез и ты будешь сидеть. Если каждый день играют люди, то у каждого свой топчик, понимаешь? У меня свой топчик, у кого-то там, у Феди там свой топчик, у Маруси там свой топчик. То есть это не говорит о том, что мы деремся за первое место. Знаешь, как бы это выглядело, если бы это было бы реально? То есть ты не успел занять первое место. Вот, например, я сейчас занимаю первое место, да, буквально там что-нибудь делаю, я уже оказываюсь там на пятом, шестом месте. Почему? Потому что очень большая текучка была бы за первое место. Секешь, да? Но так как у нас тут по большому счету боты, у нас как бы вот свой, своя линейка топовая идет. А если бы она по онлайн ушла бы, ну, по реальному, то бы действительно были бы такие потные битвы. Волосы бы, как говорится, на голове горели бы от всего этого. Но зато было бы намного интереснее, как говорится, драться. Потому что у каждого бы своя была тактика, во-вторых, у каждого были бы свои персонажи. И я сомневаюсь, что никто бы не брал бы с собой бы Крэнга, Супер Шреддера и тому подобное. Я бы, например, сразу брал бы всех топовых. Это и Шрек, этот Крэнг. Это кто у нас там? Усаги, это Армагон. Это Майки, который на уклонение дает. Вот такие вот такие. Это Маузеры были бы. И попробуй, как говорится, потом одолей нас. Никто бы, наверное, не смог бы одолеть. Единственное, что получилось бы, кто ходит первым, того, как говорится, и тапки. Он сразу бы брал преимущество. А тут уже, ну, по старой схеме. Просто по старой схеме. Мы с тобой выбираем команду. Мы знаем, что эта команда не будет супер мощная. Тем более, когда у нас преимущество, извини меня, 40 уровней. И потихонечку так разбираем. Ну, суть даже не в этом, ребят. Суть в том, что мне нужны персонажи прокачанные все. Это как и в Tower of Conquest.
Просто они нужны мне прокачанные. Есть вот такая цель — прокачать их персонажей, и все. Ну-ка, давай. Мне кажется, Крэнк не уронит сейчас их всех. Уронил. Прикинь. Он уронил. Хм. 34 место. Блин, ну как же мы долго... Вот серьезно, ребята, мы очень долго пробираемся сюда. Тяжело и долго. Как думаешь, Супер Шреддер? Да, конечно, он справится, ребят. 60 уровень, ему валить не впервой. Мы 79-й, как говорится, ушатывали, а тут... А-а-а, Сплинтер, ты все-таки выжил, ты посмотри. Все-таки он выжил. Но опять же, ненадолго. Так, хорош вот этот вот. И вот этим вот не надо заниматься. Сейчас может вылететь опять игра. Двадцать четвертое место. Ну что, давай вот это возьмем на команду. Ванька, встань-ка. Да Ваньке здесь одного достаточно будет. Выйдет со своей... Да Пит, ты видел, как Пит смешно бежит? Я просто умиляюсь ему бегу. Руки назад, такой каракатица. Нате вам. Упс. Упс, недобитки. Зачем он так делает? Ты видел, как странно машет Шреддер своим мечом? Как будто он мух отгоняет. 14 место. Ну, давай, наверное, я возьму на откате Армагона. Ну и добивать будем всех, конечно же. Армагон, ты ведь не подведешь? Уровень, правда, 66, но он до 70-ника, по-моему, справляется довольно легко. Нормально. И продвигаемся дальше. Ну, фиг там. Пока не дали. Давай я опять Армагона возьму и... Тю-тю-тю-тю. Раз, два, три, четыре. Бойца. Прикинь, как вот Армагон может плыть, извини меня, под землей. Просто под землей. Да ладно. Упс. Упс, это плохо. Выдержал Рафаэль, красавчик. Но он все равно звезданул очень сильно, ребят. Большую часть здоровья отнял. Ну неужели? Да, ребята, Лига Мастеров, одна звездочка. Всего лишь одна звезда. Ну лучше одна, чем ни одной. Так, берем Мусаги. А, у нас уже 70-ники пошли. Все, я понял. Ну давай уклонение, фиг с ним. Пускай будет. Ну хочется ему танцевать, что я могу сделать, ребят? Ну хочется ему плясать. Пляски с бубном, так сказать, делать. Постепенный урон. На тебе. С такой булавой, блин, я не знаю, ребята. Он, по идее, слэш должен быть один из топовых бойцов по нанесению урона. С такой-то булавой. Но нифига подобного, слабовато его. Так, давай сюда. Возьму маузеров. Раз, два, три, четыре. Так, ну что, у нас еще там на два поединка хватает. То есть мы в Лиге Мастеров, наверное, будем, ну, утвердимся. То есть нас не скинут до Лиги Сёгунов. Я надеюсь на это. Будет обидно, конечно, если сбросят. Но будем все-таки надеяться, что не сбросят. Так. 72-я позиция. Ну, ты знаешь, нам нужно как минимум 50-е место, если мы хотим, чтобы нас не сбросили. А это что-то как-то... Тяжело выполнимая задача для меня. Ну что, уже 70-е. Ну будет сейчас 60 там какой. 2-е, 65-е, 67-е место. До полтинника-то
не успеем дойти. Вот я о чем говорю-то. Смотри. 62-е. Если сейчас мы выигрываем, ну, по идее, должно быть 52-е место. Раз, два, три, четыре. А этот Тимати пускай стоит. А этот Тимати пускай стоит. Поехали. Банзай. Тырич. На тебе. Такая подбежала к куртикому. Полоснула и сразу по сматкам. Ну что, 52-я, да? 56-я. Ну, ну вот как вот это вот объяснить? Ну сфига ли 56-я позиция-то, а? Так, ну что? Ой, не ты. Извиняюсь. Давай, родной. Пора. 92-й. Ребят, еще надо будет 12 тысяч, и мы прокачаем его до 93-го уровня. Прикольно. Потихоньку-потихоньку он идет к соточке. Все, да? Ну что, дорогие друзья, на сегодня закругляемся. У нас, как говорится, заканчивается неделя. Завтра буста не будет из-за работы, потому что я буду на работе. Но я надеюсь, следующую неделю мы отыграем нормально. То есть без, как говорится, таких засад, как у нас получилось на этой. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.